Огонь, вода и изнурительная гонка. Spartan Race – это один из самых популярных и массовых забегов мира, теперь будут проводить и в Украине. Какие испытания подготовили организаторы состязаний и как их преодолевали участники? Артем Голуб расскажет. Spartans, what is your profession? Let's go! Так участники спартанской гонки начинают свой забег. Перед каждым стартом звучит традиционный боевой клич. У них спрашивают «Who are you?». Они отвечают «I'm Spartan». И второй вопрос «Spartans, what is your profession?». «Ару, ару, ару» – это как клич, боевой клич спартанцев, которые идут как в бой. На старт. Ребята справляются, ребята стараются. У них есть разные категории препятствий. Есть обязательные, есть такие, за которые можно сделать штраф. 20 километров трассы, ямы с водой, огненные преграды, высокие стены и еще десяток разновидностей испытаний на пути спартанцев. В гонке проверяют не только физическую силу и выносливость. Все участники получают на старте еще задание. У каждого есть вот свой номерочек, и в соответствии с ним у них есть каждая вот последовательность. Что зачем картинки? Когда они сюда прибегают, они должны сориентироваться и вспомнить, какая именно из 5 вариантов их ответ правильный. То если вдруг они не угадывают, у них есть штрафные 30 бёрпи. Вы говорите, что цифра 2? Нет, у вас штрафные 30 бёрпи, считаем каждый пятый слух. Вот сюда отходите. Штрафные задания забирают у участников время и силы. Некоторые не выдерживают и сходят с дистанции. На маршруте дежурят медики. Вывихи бывают регулярно, 3-4 минимум на каждой гонке всегда есть. А переломы случаются намного реже, травмы головы еще реже. С ними всегда по трассе и ходят волонтеры, которые сопровождают их, и если что, они всегда сообщают о каких-то необычных случаях. Экстремальные гонки Spartan Race появились 10 лет назад в США. Сейчас эти состязания проводят в 42 странах мира. В Украине это первый забег. Но киевлянин Роман бежит эту гонку уже в четвертый раз. Раньше приходилось ехать за границу. Говорит, украинский вариант Spartan Race ничем не хуже. Повністю відповідає, певно, даже, ну, оцінка 5 з плюсом з 5. Вполне все відповідає. Супер траса, розмітка хороша, організація, душевність. Самі високі оцінки. По-рідному, класно. Чемпионат мира Spartan Race ежегодно проводят в греческом городе Спарта, куда приезжают спортсмены со всего мира. Артем Голуб, Евгений Савицкий, Киев, твой дом.